Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию «Супер спасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Друзья, слушаем трек! Я всегда был один, сам себе господин. Ненавижу этот мир. Я всегда буду внутри, в этой суке на пути. Бегуди, бегуди. Классно. Слушай, очень красиво. Угу, обалденно. Ты профи, молодец, супер, голос. Мурашки. Слушай, голос, по-моему, мурашки побежали. Нет, мы за последнее время такого голоса еще ни разу не слышали, да? Классно. Какое исполнение, да, манерное такое. Такое, знаешь, ну, извини, скажу это слово. Сексуальное исполнение, ну ты классно где-то делаешь. Молодец. Голос шикарный. Ну, голос брутальный, музыка, конечно. Музыка, а голос вообще, да. Угу. Это красиво. Да. Ты талант. Ты можешь завлечь публику. Голос очень красивый. Музыка классная. Супер! Я влетаю в эту хату, будто растаман. Приготовил для связи кинул бабл-гам. Тут и там бабл-гам. Приготовил этот план. Я влетаю в эту хату, будто на раз удар. Пих-пух, пих-пам. Посылаю все куям. Без дивана колени поставляю бабл-гам. Жду его бесплатно, тихо, быстро, аккуратно. Если по остановка будет проходить, так гладко. Супица, штука, рука на столе лежит батон. Очень снова бьем грудину, вырывается стон. Снова ссоры, снова избиение, крики. Я иду по улице, фриков вырывается. Дикий, я летаю в эту хату, будто растаман. Приготовлен для своей суки, но бабл-гам. Тут и там бабл-гам. Приготовлен этот план. Я летаю в эту хату, будто на раз удар. Пих-пух, пих-пам. Послаю всех хуям, без зима на колени поставляю. Бабл-гам, без дверя, выписала ты. Красоты я не слышала. Угу. Ты молодец. Классно. Ты шикарно исполняешь. Шикарно. Прелесть исполнения. Очень красиво звучит голос. Знаешь, так красиво. Мне нравится четко, как он четко, уверенно читал рэп, да? Вот это какое направление. На рэп похоже, да? И такой, знаешь, текст такой. Знаешь, он спокойный. Да, да, да. Но он завораживает. Но он с перчинкой. Да. И он прям заманивает, чтобы его слушали. Да. Ну, реально красивое. Да, да, да. У тебя шикарная манера исполнения. Ну, прям хочется переслушивать. Да. Классно. Мне твой текст понравился. Нет, классно, музыка. Знаешь, вот прям, знаешь, такой трек танцевальный, вот его в клубах включать, да? Классно было бы. Или, например, в машине громко слушать. Вообще классно. Нет, ты знаешь, обалденно. Еще этот трек должны слушать вот именно для влюбленных. Он, понимаешь, он завораживает, ты понимаешь? Ты молодец. Ты очень... Умница, хочу сказать тебе. Голос очень красивый. Талантливый, подача конечно. Очень красивая. Текст классный. Манера исполнения шикарная. Музыка прелесть. Ты настоящий артист. Настоящий талантливый артист. Профессионал. Ну вот хочется еще подчеркнуть, сам по себе голос очень классный. Голос, и такие голоса это редкость на самом деле. Сказала... Необычно, скажи. Да. Я же сказала, какой голос-то. Сексуальный. Сексуальная. И подача, манера исполнения классная. И подача такая красивая. Угу. Ты молодец, ты талантлив. Я танцевала, я немножко даже чуть-чуть подпевала, чуть-чуть. Но мне охота была, потому что это очень красиво. Ну да. Это очень завораживает. Ну, это очень заманчиво, понимаешь? Ну такой стильный трек, да? Да, стильный, современный, молодежный, мне шикарный. Нравится вот этот ритм, который там был. Да, да? Как это правильно назвать? Да-да, классно. Красиво, красиво. Ты молодец. Я тебя прошу, не останавливайся, радуй нас своим талантом, своими треками, своей музыкой, своим голосом. Понимаешь? Радуй нас.
Мы тебя слушать будем с удовольствием. Я знаю, что ты профессионал. Это видно. Я знаю, что ты дружишь с музыкой. Это тоже видно. Красиво пишешь музыку. У тебя твои затеи очень красивые, да, понимаешь? Класс. Это же надо придумать все самому. Да так сладко исполнить. В таком спокойном темпе, но да, так при этом классно, да, звучало. Да, это энергично, да, при этом. Да, круто, заманчиво. Красиво очень. Молодец. Ну, девчонки все твои. Молодец. Голос красивый. Повторюсь еще раз. Шикарный голос. Музыка шикарная. Ты шикарный исполнитель. Умница. Пока, друзья.